«Инфамия», что переводится на русский как «позор». Выборг, Лазаревка, станция, электричка выползает, как последняя инстанция, в голове собаки лают, тамбур с пьяными солдатами и пустой вагон за пропущенными датами. Видишь питерский притон, там расклад мечты и шлюхи, вера в истину стиха, окровавленные руки и другие берега, вдавленные в гладь гранита. Помнишь взгляд той пьяной стервы? Двери в прошлое закрыты, все мечты, туфта, химера, болтовня, пустая трата. Все равно ты не поверишь. Так ответил я солдату, что спросил, куда ты едешь.